Приветствую. Записываю этот ролик для анонса нескольких изменений. Во-первых, канал возвращается к жизни. Это значит, что снова на нем начнут выходить как стандартные лекционные курсы. На этот раз они будут выходить круглый год, без перерывов, без каникул, без хиатусов. Так и обычные ролики, которые я тоже постараюсь выпускать с какой-то периодичностью, правда, говорить о которой конкретно не приходится. Второе большое изменение – это Boosty. Теперь вы можете поддержать канал финансово в первую очередь для того, чтобы освободить меня от необходимости эти все ролики монтировать и перевести эту задачу на того, кто будет выполнять ее лучше, профессиональнее и гораздо быстрее, чем я. Я также хотел бы указать, что хотя я ценю вашу моральную и материальную поддержку и очень рад вашим комментариям, тем не менее, эта поддержка не первостепенна. Это значит, что я не гонюсь за вашими деньгами и, соответственно, ничего взамен за вашу поддержку не предлагаю. Все, что я делаю, всегда будет доступно для всех. Ничто не будет скрыто за платными стенами. Ничто не будет отложено или, наоборот, ускорено из-за внесенных пожертвований. И уж тем более не будет никаких закрытых или эксклюзивных материалов. Ибо мой интерес, как я думаю, вы понимаете, заключается отнюдь не в этих финансовых вопросах, а в том, что можно было бы назвать очень ограниченным распространением очень ограниченного знания, предназначенного для очень ограниченного круга лиц. И в этом смысле непопулярного, непросвещенческого знания. Третье. Я также хочу подумать над тем, чтобы расширить формат и уделить больше внимания именно публичным лекциям. То есть лекциям, которые были бы живыми в первую очередь, и только потом уже превращались бы в видеоролики. Мне пока сложно представить, что для этого нужно сделать, или вернее, как было бы сделать это правильнее, поэтому я в целом открыт к вашим предложениям, как и всегда. Если у вас есть идеи, я с радостью их выслушаю. Если они еще и окажутся толковыми, я с радостью за ними последую. Не знаю, насколько успешным я был до сих пор и насколько много планов удастся воплотить, учитывая складывающиеся и постоянно изменяющиеся превратности судьбы. Однако я все же постараюсь хотя бы эти три пункта привести в жизнь.